Меня зовут Виноградов Юрий, я коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу и тренер клуба Fight Fabric по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. Сегодня мы разберем с вами Smash Pass из позиции Butterfly Guard. Начинайте из Butterfly Guard. Один из самых распространенных свипов – Hook Sweep. Когда партнер заправляет на вас андерхук, берет мою кисть, и своей правой голенью он будет меня запускать в левую сторону. Мне, чтобы остановить это, мне нужно сбалансировать на правой стопе и левую часть ноги заправить ему под бедром сюда. Если я опоздаю, мне могут выйти или в X-гард, или перейти на рычаг колена. Делай. Я заправляю сюда бедро и всем весом должен накрыть. Если я буду здесь легким в этой позиции, он может идти под меня кувырком и перейти на рычаг колена. Да, все верно. Когда вы заправили здесь бедро, мне нужно освободить мою кисть, потому что он по-прежнему контролирует мою руку. Вы просто вращаете кисть и кладете сверху. Тянете за трицепс Мишу, разворачиваете сюда. Теперь, чтобы он почувствовал мой вес полноценно, мне нужно растянуться левым бедром. Представляете, что вы пьяный, и у меня левая нога отсюда ложится очень тяжелым. Правую руку я начинаю тянуть на себя, и тем самым я скручиваю его корпус. Плечевой пояс смотрит в одну сторону, бедра разворачиваются в другую сторону. Ничего страшного, что у него заправлен андерхук на вас. Отсюда он за спину не уйдет, потому что моя нога останавливает его. И дальше ваш переход будет в маунт. Правое колено у вас идет сверху колена, а левая нога у вас будет идти в эту сторону. Вы сразу заправляете парашют. Руки выставляете широко, оказываетесь в боковом контроле.